я не ошибаюсь, ноябрь. Я в ноябре сказала, что, ребята, что такое вообще попытка повлиять на мнение голландцев? Да? Это политическая кампания агитационная на чужой территории. Угу. На территории, которая имеет устойчивые традиции взаимодействия с Россией. Потому что мы помним Петра Первого, помним Заандамского плотника и помним турне Петра Первого к королеве Нидерландов. Ну, то есть мы прекрасно понимаем, что Украина в этом контексте только-только стала неким самостоятельным субъектом политики для голландцев. Да, было Евро-2012. Кстати, вот опять же, как вице-президент Десевич, как советник Ярославского, я принимала голландскую сборную в Харькове, и я видела, как там был лагерь, где голландские болельщики остались, там постоянно базировалась сборная Нидерландов. Ну, то есть это было все великолепно, но потом было много плохого. Были картины, был самолет, с которым отношение неоднозначное. И что могло